поднимаемся на Горчагайский мост. Горчагайский мост. Который скоро будет подлежать реставрации и дополнение еще пару надземных мостов. То есть над мостом еще будет мост. Менты поехали. Всем кто? Менты, да? Прикольный анекдот. Коровка на красном Мерседесе. Металлопрокат там. В общем, поедем по Копчегайской трассе, немного покатаемся, чего-нибудь посмотрим, что-нибудь увидим интересное. Рыболов, два кафе. А, это второй этаж. А я думал, это кафе называется «Рыболов 2». Думаю, значит, где-то есть «Рыболов 1». Да? 100 тысяч баксов выиграли. В среду и субботу. Легкие деньги, казино. Сейчас доедем до границы города. Шашлыки, а там шашлыков-то нету. Пиво на вынос, а есть еще на разнос и на разлив, да? Его реклама Алтыл рекламирует 3 деньги минута. Вот слева реставрация Копчегайки идет. Будет сделана автобан. Автобан будет? Да. Да, раскопали. Вроде котлован. Раскопали конкретно тут яму. Движение в одну. Стоимость ширину проезда будет 1 тенге 15 йен. Километр? Километр, да. Смотри, еще выиграли 300 тысяч. Это 400 тысяч. Да? Сейчас будем ехать и на плакатах выигрывать деньги. Что-то ее ниже сделали, да? Смотри, дорогу. Нет, это они сейчас сначала делают насыпь, потом будет еще насыпь, потом будет бетон. Поверх бетона уже пойдет асфальт. А то я смотрю, выкопали такую яму. Дорога выше была, стала ниже. Раскурочили всю дорогу. Пылища. Там работают на портальчике. Насыпь идут, ну это глина по ходу дела. Да, это очень. Потом поверх глины они цемент делают, вот заливают. Водой залили. Усадку делают цементную. И потом уже делают отзывалку щепотную. Ну, здесь уже насыпали уже вон целую эти. Сколько кучи. Что, остановка там так останется, да? Не чтобы ее снесли, новую построили. Тоской мост был. Засыпали. О! 10 тысяч баксов. Еще выиграли плюс. Видишь, насыпь такая. Да я вижу, что как в речке были. Непонятно. Труды какие. Раскурочили. Здесь все равняют. Скоро все будет сноситься. Походу выкапывают, а не равняют. У меня еще экскаватор работает. Земельные работы. Земляные работы. Дровами люди приехали, забирают 24.
4 октября Успенская будет петь. Казино Аладдин. 300 тысяч выиграли на плакате опять. Вот такая копчика. Деревья вымерзли, что ли? Посрубали их. Макушки они не растут, но теперь их вырубят уже точно. А раз дорогу делают. Их по-любому вырубят. Там дальше уже нету ни деревьев. Чего нету, да? Нет. Ясно. Сухие макушки. Уже поломали все деревья. Сухари стоят. Они в этом году только начали копчегайку разбирать. План работы на 5 лет. За 5 лет офигеть. О, 101 тысяча долларов. Итого у нас получается 511. Выиграли мы золотой ключик еще. Зачем нам золотой ключик? А там он 800 тысяч баксов. Неужели люди такие деньги могут в казино выиграть, а? 80. А, 80. По-моему, это лажа. Вот, смотрите, едет на обгон, под знак запрещающий, обгон запрещен. Да. Создает аварийную ситуацию. Ну, ему быстро надо ехать. Заправку строят. Снесут ее или нет? Нет, ее далеко от дороги строят. Вот здесь слева уже заасфальтировали квартальчиками. Здесь будет строиться первый город Спутник. Там уже знаки проставили, поставили. Как стоит? Машина Porsche. Porsche Cayenne Turbo. Ну, тоже выиграли. Мы сейчас много чего выиграем на плакатах. Вон еще 100 тысяч. Итого у нас 611 тысяч. Тоже обгон второй идет. Второй нарушитель. Номер 030RLA02. Запомните. Сейчас всех нарушителей заснимем. Потом будут любоваться. Да, видео доказательства есть. Еще одна машина. 20 декабря. Гроб Додж разыгрывается. Монако. Отель казино. Только асфальт сняли. Еще да, ничего не копали. Только снимают еще. Нет, уже тут снят асфальт. Не видать. Одна полоска там осталась. 300 тысяч еще. Еще 300 тысяч нас. Неплохо. Итого 911 тысяч баксов. Это что-то все сгорело, смотри. Специально сожгли. Специально. Что здесь идею спиливать будут? Вот специально их подожгли. Один фиг спиливать. Бляка. Здесь труба какая-то. Трубу проехали. Бомбей. Бомбей, поехали. Ладно, сейчас сам. Трактор не обогнали, вон 50 тысяч баксов еще выиграли. Итого у нас 961. Вот слева уже все деревья попили. 20, 12, 7, 5, 3. Это что получается? 10, 30, 42 и 5. Нет, да, 5. Ну да, получается 50 тысяч. Вот так страшно выглядит сейчас, как у тебя есть как раз. Ну не говори. Нет, не
шатер. Там много едет машин. Спасибо, дяденьки, по машине. Поломали деревья, спилили, строят. Еще 25 штук он висят на локате. Пока до Копчегая доедешь, миллионером станешь. Итого у нас было 661 плюс 25. 911. А, 961. 961. Да. И вот еще плюс 15 тысяч. Короче, плюс 115, да? Ой, запутался. Еще 8. 1 061 плюс 15 это 1 079. Уже миллион. А нет, вру. 1 076. Вон там еще висит большая сумма на плакате. 300 тысяч. 1 077 было, да? 1 377. Офигеть. Как-то мы здесь ехали, нашкеляли 9 миллионов. Нормально, да, было? Дорожку делают. Все разровняли, раскидали. Ничего нету. Еще 300 тысяч. Вы сегодня нашпиляли 1 677 000. Вот заправка Люки Моли, российский бензин, которого тоже нет. Чего нет? Запчасти из Японии. Да, осень наступила. Здесь пирогачи все желтые стоят, а в городе еще зеленые. Здесь потому что холоднее, в городе-то теплее, там ветер не так дует сильно, как здесь. Все желтенькое. Люди едут и думают, что это он камеру держит, а это этот регистратор в ручном управлении. Желтенькие такие все деревья. Там вдалеке РЭС дымит. ТЭЦ 02. ТЭЦ 02. Что, у тебя в регистраторе тоже можно посмотреть, а что нет? Красиво. Вот так вот. Вот здесь на велике, когда ездили, спускаешься, разгоняешься до предела, и скорость еще набирается. Ну, примерно скорость велосипеда до 60-70 км в час под этот скорость, если на велосипеде спускается. Это... Я, по-моему, закрыл звук, там не слышно будет. Ну ладно. Рука подпрыгивает. На кочках. Прикольненько, все везде желтенькое, такое красненькое, багряное. Зеленое, красное. Зеленое, скоро все лысое будет. Кирпичи кто-то потерял на дороге. У нас еще кирпичи производят разные. Да, делают у нас. В Тургене есть кирпичный завод. Там такие котлованы большие, чтобы глину добывать. Я думал, уже делают только этот пеноблоки. Пенобетон, пеноблоки, везде все пена. Такой крутой подъем будет. Не совсем крутой, но приличный. И поворот еще. Недостроенное здание. ТЭЦ. Ж.
ЖКО. А с хана вон построили.